несущий тепло. Именно такое имя теперь рискует привязаться к акиму Актюбинской области Архимеду Мухамбетову. Сегодня с его легкой руки более 5000 жителей Хабды подключились к магистральной газовой ветке. До конца года предстоит газифицировать дома в аулах Бестау, Алия и Талысай. Навряд ли организаторы сегодняшней презентации предполагали, что погода в Кабде резко испортится. В райцентре дул пронизывающий ветер и падал мокрый снег. Но тем ярче он подчеркнул радость сельчан. Когда аким области открыл задвижку газовой магистрали, люди вдруг сразу забыли о холодах. На газификацию Кабды из республиканского бюджета было выделено более 4 миллиардов тенге. Здесь насчитывается более 1200 домов, и все они отапливались с помощью угля. Теперь в твердом топливе необходимость отпадет, а ранее тонна угля стоила 16 тысяч тенге. Печи люди уже разобрали. Строительство газопровода, ведущего в Кабду, началось в 2008 году. Его длина составляет 107,5 километров. В результате того, что мы ввели его в эксплуатацию, теперь голубое топливо в самое ближайшее время придет в дома жителей Жанаконыса, Женишке, Курашасая, Кок-Ое и многих других сел. Я искренне поздравляю вас с этим событием. Ура! Это эмоции не только кабдинки Марипы Жолдыбаевой. Победный клич нисходит с уст жителей и Маржамбулака. Помимо райцентра, голубое топливо теперь появится и в ряде других близлежащих аулах. Аким с утра успел побывать в нескольких селах и везде проделывал одно и то же – открывал задвижки. Наш президент облегчил наш женский труд. Большое ему спасибо. Раньше как вы? Раньше тоже неплохо жили, хорошо жили. А сейчас еще лучше. Еще лучше, да, что вот к нам Бзагалдамска. Сегодня аким презентовал также целую трассу Самара-Шымкент. На ее реконструкцию бюджет направил 8 миллиардов тенге. В итоге появилась ровная дорога с отдельными участками в 4 полосы. А сам путь до областного центра из населенных пунктов, расположенных вдоль трассы Самара-Шымкент, существенно сократился и стал комфортным. Акмарал Майкузова, Алексей Уразов, программа «Факт».